Заставляли взять кредит, чтобы похудеть со скидкой по мифической социальной программе. В Пензе по подозрению в мошенничестве задержаны руководители и сотрудники медицинского центра, который специализировался на коррекции веса. Детали схемы рассказали в МВД. Жителям звонили из клиники и приглашали на бесплатное обследование. Затем уже в офисе вынуждали заключить договор на оказание неких услуг. Причем только сегодня со значительной скидкой. Вместо 400 тысяч 100-150. После психологической обработки, говорят в МВД, людям было трудно отказаться от заключения договора. Ну а под видом рассрочки с так называемыми пациентами заключали кредитные договоры. Могли ли в центре оказать реальную помощь в снижении веса – большой вопрос. Диагностикой, к примеру, занимались люди с экономическим, юридическим, техническим и архитектурным образованием.